DLC Sin, вон он, ребята, где остановился. А вот у меня плохо. Ой, повезло, что я остановился, врезался, но... Блин! Чё ты, как говорится, бежишь раньше времени? Так, 120. 140 у Ванька. 140, да. 140 у меня. И 150. О, нихера, я вылез, вы видели? 5700. Блять! На нах! 800. Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя, Юрий Штопкин, и вместе с Донией Петровичем мы сегодня находимся в GTA 5 онлайн. Сегодня нас ждет прикольное шоу «Спуск без тормозов по льду». Здорово. Всем привет. Что ж, ребятушки, в этом шоу мы будем стараться проезжать по ледяной поверхности, если быть точнее, хаотично лететь. Ну и сколько, в общем-то, баллов мы получим, зависит от того, как далеко мы проскользим. В общем-то, будем доставать рандомные тачки. Вот такие ребята полицейские тоже довольно-таки неплохо себя показывают. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заводите лайки, в комментариях напишите, сколько у вас сейчас градусов. У нас, блин, 26, жара прям такая нормальная. Как говорится, хочется уже дождя. А что ж, мы с ребятами, в общем-то, сейчас достаем по одной машине. Вот такие вот правила. Считаем все, ребята, из реальной жизни. Не абсолютно, плюс крупный габарит даже GTA-шный, если попадется, идет в счет. Так, у меня какая-то ламба по итогу, все остальное стандартное. Вижу ваши комментарии, 7. Типа, а почему столько машин спаунте? Стандартные, ребята, не считаем, еще раз повторяю. Так, у Петровича клевый Мерс, а я у тебя, кстати, машину не... А, не вижу, все нормально, все хорошо. Уехал прям. Действительно уехал. Так. Что ж, ребята, смотрите. По дуге мы разгоняем максимальные скорости. Вот прям сколько поедет машина. Петрович вообще не повезло, полетел кубарем. Ну, кстати, нормальное явление. Ты собрался сегодня куда-нибудь? О, молодец. Ладно, а чё, 540? Еду. А чё так мало? 900. Пища. Эу. А у тебя чё? Не, X7. Я кого-то лечу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот прям меня надо было. Да, я чувствую, у меня будет все плохо, потому что Петровича Мерседес тоже лютый. Ребятушки, мы приветствуем подписку. Поэтому обязательно подписывайтесь с колокольчиками, чтобы не пропускать ролики. Будет хорошо. Так, у меня 140. Блин. Чуть-чуть не хватило, чтобы финиш заехать. То есть у тебя 400, да? А, 400, 400. 400. Так, синяя платформа 400, ребята, у меня десятка бонусная, то есть 150. Я пока не спешу, потому что Петровича не вижу. Может, Петрович меня с собой заберет? Нет. Не, не заберет. Эх, не заберет, хорошая скорость, просто со свистом пролетел. А он лютый, он очень хороший. Так и ворота летит, Петрович, вы че, молодые? Начало не так должно было начинаться. Так, ну да, это чистый вот. А сейчас ты прям Ванька запихаешь. Нет! Да ладно тебе, ну ты вообще, Две пятихатки, да. Короче, ребята, в одном раунде, если вот так вот получается, что сносишь машину соперника, то ему тоже, типа, считаются баллы. Эх, а меня-то не забрали? Не благодари. И не буду, я сверху остался, как бы, на телеща лучше. Это заговор! Я требую разбирательств. Короче, ребята, пацаны были дальше, у них по три тачки, так как у них ничья еще, тем более в раунде, у меня будет только две тачки. Тесла Трак считается... У тебя какой-то Шевроле, танк вообще нахрен, тоже считается, кстати. Эй-эй-эй-эй, ну там я вижу гоночный болид какой-то интересный, поэтому это не особо страшно. Ой, Devil 16. Ой-ой-ой, вы что творите? Так, Макларен у меня. И Мерседес, кстати, тоже неплохой. Это хорошо, это поедет, Макларен брать не будем. Все тачки летающие, все тачки хорошие, все могут долететь до конца. Главное не звенеть. И все разобьемся очень быстро. Сейчас выпилимся все на старт. По факту. Вам на 140 можно, а мне вот надо пятихаточку. 800. Уйди, 900. Уйди, блядь, я в тебя влетел, понял. Кого? Понимаю. Тебя. А у меня Mercedes X755 только разогнал. Самый тут такой медленный оказался. Ладно, поехали. Так. Я прям по краешку лечу. В синюю платформу. Цепанул, улетел или остался? Остался. Это 400, это жирный балл для Петровича, опять-таки. Ой, а что я отъехал? 1100. 1100 — это жир. Ты там вообще рулем не крути. DLC Sin, вон он, ребята, где остановился, а вот у меня плохо. Ой, повезло, что я остановился, врезался, но... Блин! Чё ты, как говорится, бежишь раньше времени? Неплохо, неплохо летел, на самом деле, да, скорость была лютая. И, в общем-то, все тачки справились по 400 баллов. У нас, кстати, такой еще тройной ничьи не было никогда. Петрович говорит, что было, я не понял, поэтому в комментариях напишите, в каком ролике это было, ребят. Хабайт. Так, по три тачки у всех. Хабайт. Так, Люма, кстати, может быть хорошая, может плохая. Абайт. Это считается, Петрович. Да, он крутой габарит. Так.
Порш. Еще две машинки. У меня вообще ваша машина не спавнится. Ваша только сыпет. Гелик, ну ладно. Корвет C8. Так, у меня машина вторая в счет идет, но брать я ее не буду, это фуфло полное. Что-то дрявое не считаю даже. Прям так. Так, Яудь, это Бориска, да? Нет, это не Бориска. Бориска. 202. О, мое почтение, Кадиллак. 138, ладно. Так, ну мы готовы. Чего, не будем ждать, не будем ждать, поехали. Ну, поехали. Ну, что-то я ошибся. Лёма может быть очень лютая, а может быть очень такая. Говно, не лютая. Очень говно, да. Прям максимально. 560. Максималка, все. У Ауди под капотом 202. Это хорошая скорость, но она едет 570. Меня заскамили. Понимаю. Не, я сейчас вылечу, да? Да. Ой, и корвет что-то быстро приехал. 120. Так, 120. 140, Ванька. 140, да. 140 у меня. И 150. О, нихера, я вылез, вы видели? У меня пол тачки было уже, короче, получается, в обрыве. Я перед ними колесами как-то зацепился, и меня затянуло, блин. Колесами. Засосало обратно. Колесами, да. Передними колесами. Колесами передними, да. Какие колеса поешь, такие и зацепятся. А две... Ну, в смысле, таблы закинул, и нормально, чтобы не болеть. Я на крыше понятно. Скажу. Я на крыше скажу. Под чем Юрец двигается? Двигается. Окей. Так. Понятно, поехал. Ну, у меня потенциально все неплохо. Вот только он такой. Овал круглый. Может встать. Да, встал. А, 240, я улетаю в сторону. Встал, по баллам хорошо. Так, ну ладно, три машины у меня, по две у ребят. О. А, не, это же говно. Honda, это же 2К. Раз, два. Раз, два. Раз, два, все верно. Так, у меня еще третья машина, ребята. Ламба такая сомнительная у меня. Ой, господи, вот подбор. Вот подбор-то неочевидный, вообще максимально. Ой, ой, подбор, ой, 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 подбор. Блин. Как у вас дела? Я смотрю, да, что он получше у меня, да? Не, порт хороший, возможно. Так. Звук такой у него хороший. Что-то я, если честно, расстроен. Порш пошел чуть-чуть получше. Вы охренели? 720. 730. 580. Чего вы такие быстрые на каких-то фуфлотачках? Ну, это просто ты медленный. Разве? Я лечу неплохо, кстати. Может быть, даже пятихатка. Так, Петрович, только сейчас у меня Самара пропал. Вылетел. 200 собака, 210 у меня. 250. 250 Петрович, 210 Ваня, 160 вроде у меня там было. Ну, такое себе такое. Так, ладненько. Рандом, конечно, тот еще подлец. Хороших машин не дает. У Петровича три тачки. Так, четверо не считается, насколько я знаю, на заменёнка. Вот это? Вон та дрявая, которая там стояла. Так, альфач такой себе. Так, АВДжшка у Дони, это хорошо. Прям вообще идеально. Та-та-та-та. И Супра. Супра так себе, это считается то, что у тебя, да, можешь взять. Супра, да. Так, что берешь по итогу? Вот этот Порш. Ну давайте. А, что-то по дропу мне вообще не нравятся тачки. Вот честно. Такое. Прям вообще? Прям вообще. Вообще. Вообще, вообще. Вообще, вообще. У-у-у. А что меня сегодня обделили вообще по быстрым машинам, я понять вам? 700. 800. Опять 700? Блять! На нах! 800. Понимаю. В кого-то лечу, в кого-то 50. Блин, если бы я еще второго убрал, это была бы просто красивая схема. Коснулся 110. Ну так бывает. Чё? Блин, а Петрович тем временем жарит тут лед по полной. Крутит. Ну я, может быть, ворота залечу сейчас. Нет, не залетишь, но летишь ты неплохо на 400. Хороший пролет к DL16 долетает Петрович. Это без проблем получилось. Ну да. Да уж. Ой, кому-то бы назвало. Вообще, конечно. Ну а чё, как? Нормально. Полупёс. Ёпа-мать. Сам ты пёс. Я лан, видишь? Да в чём я? В чём ты? Помойся.
Лам я уж не считаю, ребят. Там такая херота. Можно я на них по приколу? Они косячные. Я уже по приколу как на них летал. Так, и Мерседесина. Мефедефина. Нихаси Мерседесина. А чё так овер до хера? Мерседесина? Опять? Что такое? Я сделал. А чё тут CL65, у кого-то вот 300 под капотом? Это что-то как-то это... Странно. Так, это стандартная тачка. И чё-то загрузилось. Чё, Ванька? У меня ламба. Чё у вас вообще? Ламба. У меня ламба, Мюра. Не то... О, да, моя разогрузилась, если быть точнее. Так, чё за 300? Один. Ай-яй-яй-яй, ты меня выпилил. Почти. Не было такого. 700. Почти не считается. А, почти штукарь. Так. Ну, если будет первая моя пятихаточка, я вообще не против. Я в кого-то лечу. Нифига себе, конечно, не против. Ой, сейчас смотри. Оба! Ёб твою мать! Мне кажется, там произошла еще очередная авария в воздухе. 230 у меня. У меня 260. Так, получается, ты что, Ванька скинул, да, да, в сторону? Я его прям выпилил. Блин, жалко, я этого момента не видел. Скорее. А, понятно. У меня пятихатка, я залетел, наконец, ворота. У всех есть участников по пятихатке, это неплохо. Так, ну, первая пятихатка, это уже хорошо. Ну, первая у меня. Мерседесина. Мерседесина какая-то, да. Три машинки, надо что-то достать. Первая, вторая. Пускай у меня первая, ПЛЕ. Вторая, так. О, читка. Ой, блин. У меня все неплохое. Что выбрать? Неплохо. Надо тебе снести нафиг, значит. Читкарт, ребята. Первый чит, который у нас был на проекте, но проблема читов, особенно старых, в том, что зацеп здесь лютый, конечно. Ты берешь? Это да, кстати. Мерседес. Это финик. У него 300. Ну, давайте. 300. Так, ну, я надеюсь на то, что на колеса я не приземлюсь. Это вряд ли получится. Да. Под штукарь я полетел. 800. 900. Вечер. А, мне все. Вот в чем проблема, ребята, читов. Стабилизация и сразу вылетел. 160, я кого-то чуть через F2 не снес. Это кто летит? Не знаю. Зеленый, кто это? Я. Ты? Я сейчас на синей платформе приземлюсь. И со свистом улетишь. 350 у тебя, но это все равно хорошие баллы. Петрович сегодня неплохо выбивает очки. Так, и Ванек летит тоже. Да, все хорошее. 250 уже есть. И 260. Что? Что? Все равно остановился. Ну, неплохо, хотя бы десятку еще забрал. Да, 280 вообще. Читкарт, ребята, молодец. Но, блин, читы они цепляют, к сожалению. Рандомчик, дай машин, пожалуйста. Так, Ауди, Авант. Раз, вот Сален бери, имба вообще. Так, у Дони тоже все имба. И у меня все имба, да что такое? Да. 233. У меня, короче, чит опять, 411, но чит мы с вами уже один раз видели, поэтому я его брать не буду. Сколько помню, Маза тоже цеплялась. Так, что у тебя? У меня рам. Ёпа-мать, ты его прокачал, что ли? Текстуру рвет от рама, наверное. Да, у меня тоже рвет. Надо доп убрать. Надо его в сток качать. Либо он сам по себе такой. Так, ладно. Надо подальше просто валить, чтобы не мелькало вот эти, ребята, черные полосы на экране. Вали, Ой, переворачивай. Лечь, дей. Да? Полетел. Хорошая новость. А, он беспонтовый. Очень беспонтовый. 440. Так. Ну, я аккуратненько перелетел до Дони. Это неплохо. 460 максималка. Ну, он стан какой-то. Я вообще первый раз его вижу, если честно. Я уже никого не вижу. На сонаре вижу, визуально самое интересное, что не вижу. 80. 180? 80? 100. Так, 100? Или 80? Да, неплохо. 100. А у меня пятихаточка. Странная РС-очка, как-то легко залетела сюда, поэтому, ну, читок. Получили, расписались. Да, все вполне хорошо. Нифига, а парашют зачем? Откуда ты его вообще достал? Так, предпоследний раунд, ребята. Так, опять просто дайте хороший. У меня еще три машины, поэтому я все достану. Можно было не стараться. Можно было не стараться. Так, трактор чей? Кто на тракторе поедет? Кто молодец? На тракторе? Нет. Ой. На вайпере, который может взорваться. Ой, а это считается, да? А, ну вайпер долетит до конца, точно. Так, да, это хреновина считается, Феррари считается, первая тачка амфибия не считается.
Короче, ребята, Петрович вылетел и зайти не может уже минут 5, поэтому мы с Дони начинаем. Петрович, если что, может там символично 10 баллов нарисуем. Ну да. Какие вы щедрые. Ладно, что все. Я, короче, по чесноку, когда монтировать буду, включу рандомайзер от типа от 0 до 5 хатки, сколько выпадет. Будем считать, что это твоя удача. Так, ну в целом, я что-то очень быстро разогнался и очень не быстро полетел. Но у меня 500. Серьезно? Взорвешься? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, давай уже. Все нормально. Эх, повезло, Ваньку. Не взорвалась машина, у меня 240, я вылетел. Да ладно. Понимаю, да. Не в подходящий момент, чуть-чуть не хватило. Ну, у нас, ребята, финал. Петрович, если успеет, то успеет на последнюю поездочку. Машина его ждет уже. Так. Кривая, раскривуля. Первая, вторая. Такой, конечно, у меня интересный контент сейчас происходит. Да. Да, загрузки. Вечные загрузки. А, так, Audi TT у меня, кстати, упала. Она вроде, да, фуфло. И 63 тоже фуфло. Все не так, все. Все фуфло. Поехали. Бэха интересная. Манхарт. Ёпа-мать, как тебе? Рулись! Ну, типа... Ну, типа... Подлетает. Я думал, может, тебя красивенько тебя подвину. Ну, я прям в тебя бы врезался, если бы прям за тобой ехал. О, кто там хлюпает. Хлюпает, да. Ну, я, короче, вылетел на 190. Так, 190, ну я не особо далеко, у меня 260. Что ж, ребята, вот такая вот прикольная серия получилась. Сегодня очень много тачек долетело до конца. В воротах у нас аж сколько? Взорвался вайпер, взорвал еще чью-то тачку. 5 машин здесь, это жирно. И плюс еще 4 на платформе. Что ж, ребята, понравилась серия, лайк, комментарий, подписку приветствуем. Всем спасибо, всем пока. И Петрович вернулся, молодец. Пока.